За оформление кредитных каникул банк не вправе взимать плату. Он также не может отказать в отсрочке, если заемщик соответствует критериям закона. В случае нарушения этих условий Банк России рекомендует немедленно направить жалобу в интернет-приемную. В ЦБ напомнили, максимальный срок каникул – полгода. Отсрочки возможны по займам, выданным до 1 марта этого года. Есть также лимиты, установленные правительством страны. Для потребительских кредитов он составляет 300 тысяч рублей. 350 для индивидуальных предпринимателей, по автокредитам 700 тысяч рублей, а для кредитных карт 100 тысяч рублей. По ипотечным кредитам лимит составляет от 3 до 6 миллионов рублей в зависимости от региона. Например, в Санкт-Петербурге лимит по ипотечным кредитам 4 миллиона рублей, для других регионов Северо-Запада 3 миллиона. Если вы имеете несколько кредитов, то каникулы возможны по каждому из них, но только один раз. Может потребоваться ряд подтверждающих документов. Это нужно уточнять в банке, который выдал вам деньги.